Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Мы с вами 5 лет назад начали снимать фильм «Приключения иностранца в России. Доктор Басам. Про вас». И вот сегодня, точнее в пятницу, 22 ноября 2019 года, мы будем показывать этот фильм. Как вас примет народ, который вот смотрел 5 лет назад этот фильм и посмотрит вот именно в пятницу, 22 ноября? Какие-то чувства ностальгические или вот что думаете будет? Хочу вам сказать одно, дорогой, что вот когда мы снимали этот фильм 5 лет назад и показывали его, было очень много народу, зал был полный. И этот фильм практически, он по-настоящему выражает дружбу народов, взаимопонимание между народами. И ведь в этом фильме и Марийская Республика задействована, выдающиеся люди, Чувашия, писатели, поэты, деятели культуры, певцы, музыканты, дирижеры, комедийные актеры, это политические деятели. Все тогда принимали этот фильм тепло, душевно. Я очень рад, что мне удалось собрать в этом фильме вместе с вами где-то около 50 или сколько-то там. Я посчитал 30, но когда число человек превышало 35, я думал, что это получится уже Санта-Барбара, которая сериями там, кучками. Но на самом деле фильм самый длинный, мой фильм, который я вот делал, но он как бы ностальгический получается. И люди, которые в нем есть, это уже история. Где покажем фильм? Покажем фильм, дорогой Виктор. А сейчас мы это проверим. Да, надо щелкнуть пальцем. И где мы покажем фильм? Покажем его в актовом зале на 4-м этаже в Национальной библиотеке. Здесь, в Национальной библиотеке? Здесь, именно здесь. Во сколько начало? Начало 18:00. Приходите все 18:00 в Национальную библиотеку Чувашской Республики на фильм «Приключения иностранца в России. Доктор Басам». Все, приходите.